Местом встречи с куковской общественностью глава города избрал среднюю школу номер 34. Вместо буйной недоросли актовый зал был заполнен нынче почти всеми чиновниками из городской управы и активными представителями куковского населения. Вообще же отличительная черта Куковки – это сочетание высокой и низкой степени благоустроенности в одном районе. У новой и старой Куковки проблемы разные, как два полюса. Жители частного сектора страдают от неосвещенных улиц, нехватки контейнеров для мусора и ужасных дорог. Обитатели же благоустроенных жилищ претендовали на исправную канализацию, тепло в квартирах, чистую воду в кранах и свет в подъездах. Батареи горячими никогда не бывает. 20 лет уже живем. И до каких пор это будет продолжаться? Городской голова на это отдавал четкие приказы своим замам – записать, согласовать, увязать и конкретно охватить. Он-то со своей стороны уже конкретно охватил. Например, проблему куковского рынка. Делаем нормальный крытый рынок, и будет на Куковке нормальный крытый рынок, где можно будет в нормальных человеческих условиях делать покупки. Он не будет, дороже не будет. Газовая проблема Куковки почти не коснулась, но местное население спального района патриотично порадовалось за других горожан, узнав о скором строительстве двух магистралей газопровода для природного газа. Что касается чистой воды, то по отчету мэра это зависит от запуска резервуара-усреднителя-отстойника на водоканале, который должен случиться 14 декабря. А вот открытие филиала стоматологии на Куковке точной даты не имеет. Строительство зубного филиала заложено в бюджет на 2000 год, но этот факт еще ничего не говорит и не предвещает появления стоматологии на Куковке. Поэтому пока тамошним горожанам придется, стиснув зубы, обращаться за благами цивилизации в другие, центральные районы.